Троицком сквере высажено 29 декоративных деревьев. Теперь на благоустроенной территории поселился клен сахаристый, береза повислая, ее еще называют плакучей, а также плодовые деревья. Больше всего среди них яблонь. Декоративные яблони Макум и Рудольф. Разница в чем? В листочках яблони Макум и Рудольф одни красненькие будут листочки, другие беленькие листочки. Декоративная рябинка будет у нас высажена и черемуха декоративная. Деревья подобраны в соответствии с климатическими условиями региона. Они морозоустойчивые и неприхотливые. Посадочный материал родом из Сербии. Но уже не один год саженцы провели в ивановском питомнике и успели адаптироваться. Кленам, например, около 14-16 лет. Озеленение Троицкого сквера осуществляется в рамках проекта его благоустройства. Где сажать и как комбинировать деревья, все уже решили специалисты. Есть места, где посажены березы, рядом друг с другом есть, где рябины и клены, да? Они высажены друг рядом с другом местами. На этом озеленение Троицкого сквера не завершается. Здесь запланировано также высадить живые изгороди из пиреи и пузыреплодника. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.